Русским хотите что-то сказать? Вот как бы после этого всего, что мы говорили. Вашим соотечественникам. Не то, что после того, что говорили, я и так скажу. То, что нас отправляют в Украину без всякой идеологии, какие-то СМИ, они нас это самое просто отправляют на мясо. Я это, в этом убедился полностью. То есть с первого же дня боевых действий нас закинули под обстрел, никакого прикрытия, ничего. Сразу были 200-е, 300-е. Один день отдыха, на третий день нас оставили во время боя командиры, и нас просто всех практически порешили. Я чудом остался живой. Жалеете, что зашли сюда? В общем, да. Что хотите сказать украинцам? Я прошу прощения за то, что я вообще как бы проник на территорию государства с оружием и с дурными намерениями.